Теперь при входе в супермаркет покупатель обязан продезинфицировать руки антисептиком. Эта услуга бесплатна. Позаботились владельцы торговых точек и о безопасности персонала. Они теперь отпускают товар в масках, а тележки, прилавки и прочие поверхности, с которыми контактирует покупатель, несколько раз в день проходят спецобработку. Помещения каждые 3 часа проветриваются. Кроме этого, в начале рабочего дня у персонала измеряют температуру тела. Если она выше нормы, его отправляют домой на карантин. Все данные заносятся в журнал здоровья. Далее интересуемся, то есть вызвал ли сотрудник врачей и какой поставлен сотруднику диагноз. За исполнением правил безопасности в магазинах следят сотрудники Минпрома и торговли, а также Роспотребнадзора. Пока нарушений не выявлено. В связи с неблагополучной ситуацией по вирусным инфекционным заболеваниям необходимо обеспечить меры по профилактике заболеваний. Работники проходят медосмотр при поступлении на работу, а также в течение рабочего дня измеряется температура тела, заносятся данные в журнал здоровья. В Самаре почти 4000 объектов торговли, все они на контроле оперативного штаба. Начиная от крупных торговых центров и гипермаркетов, заканчивая лавками малого и среднего бизнеса. Каждому бизнесмену выдана инструкция-рекомендация по профилактике вирусных заболеваний на территории его торговой точки. В области создан оперативный штаб по недопущению распространения инфекции. Мы контролируем остатки дезинфицирующих средств в торговых объектах. Смотрим действительно выполнение и соблюдение ими периодичности проведения уборок, протирки влажных уборок, проветривания помещений. За несоблюдение правил безопасности владельцу магазина и его сотрудникам грозит серьезный штраф. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.